О, что тут фотографировать? Что тут прыгать? Поехали. Гаечки не было, гаечка осталась у меня. Шайбочка, вот она. Шайбочка на месте, держи. Что-то фотоаппаратов до хера. Пришел ты свой выпить. Смотри, сейчас Олег закричит. Может поменять досочку на ту, которая... Винни, тебе полить маслица. Коллеги. Нахуй, так, ребят, может быть это самое. Плошку какую-нибудь взять. Давай, кстати, вот. Зачем тебе плошку вылить? Сейчас вылится, говорю. Разойдитесь, люди, на землю, а то сейчас польют. Народ будет отскакивать. Давай, снимайте на видео, сейчас как масло польет. Большую, которая вин держит. Обмедленная такая, с маленьким шагом. Большая. Серега, думаешь, что ты... Я на Елдисе вчера руками открутил. Я говорю, сейчас самое. Блин, один... Сейчас будет экшен. Лёх, опусти пониже, то она реально мешается. Сюда можно? Не, сюда. Плюха. Олег, дайте, я сейчас загадят. Андрюху загадят больше. А что не загадят? Что вы прям это... Что такое подняли? Загадочная женщина? Та, которая вам загадит, может, всю жизнь. Куда делать шайбу вот столько с этого, с этой шпильки? Снял, Олег? Снял все, положил, куда надо. Тебе не хватит. Я за экологию тут отвечаю в этом проекте. Да, Лёх, вообще. Ну, за это вообще. Поэтому масло мимо летит. Во! Хорош. Потекло. Горячее. Тёпленькое. Тёпленькое. Как молочко. Топлёное молоко. Ну, здесь вот он пошло. Ну, пошли, я давай помою его. Можно его разобрать заодно. Андрюха настолько суровый, что даже это в масле моет руки. А что, очень приятно, тепленькое, приятное. Реклама, суйте руки, народ. У меня банка с теплым маслом. 100 рублей помыть руки. Это же это, прям бульнологический это, курорт. Чего? Так, понятно. Сегитов. Я в школе мочась, в школу-то ходил, нет? На уроке ботаники. Сейчас мы раскрутим его только. Ну тут поменьше совсем. Да. Шайбочки только аккуратно. Много. Так. Не, он хорошо взял. Я просто думал баночку взять. Фильтр мыть идет тогда. Я полезных перспектив никогда не супротив. Скушай, зайчик, помет. Ведро было пройдет. Я пчару где? Смотрит очередной акт купания. Я говорю, на это милитёрское кресло уже. Туда прям подуть. Ага. Не-не-не, во, вот так вот. Не так. Ага. Ага. Ага.
Шайбочки держатся? Да, там что-то держится даже у меня вот. Стакан. Наливай! Стаканюга. Стаканюга у нас собирается. Никому руки помыть не надо? Нет, спасибо. Главное, если это оросить тут. У меня после этого не пузырями идут. Руки? Ага. Все красиво. Видишь? Какая у тебя нежная кожа. Ну да. Нежная. Ну, в принципе, пофигу. Только чешутся. Только чешутся. Чеши. Только чеши. Мыть пробуй. Пробовал. На следующий день утром просыпаешься, а ведь пузырями. Все, вся церемония обратно идет. Записывай. Ловким движением руки. Андрей погружает фильтр в положенное место. Водружает. Положенное место. Что ж ты их положил? Что за место такое? Положенное. Ты одну наживи сначала просто, без ну ничего. Да. А вот каждый может по очереди. Это такая игра называется. Дай совет. Так, Рома, Сева. Я просто это уже делал. Такие, знаешь, по очереди. И как с машиной то же самое. Потом Андрюха разворачивается, начинает бегать за каждым. Кого поймает, тот следующий водит. Я когда на Звездный бульвар приехал, ну где-то год-два прожил, еще никого не знал. Потом у меня пробило прокладку под головкой. Ну, весь двор узнал. Я познакомился. Облако цилиндров. Uh-huh. Значит, облако дыма белого за машиной. Все нормально. Купил новую. Машину? Прокладку. Стою у подъезда. Ночь. Ты что делаешь? Аккуратно. Где-то минус 10, минус 20. Диверсия задумал. Скрываю движок. Снимаю голову. Вокруг 20 человек мужиков с пивом, с бабами. Откуда коллектор не открученный, отрывается же там. Где-то часа в 3 ночи все разбежались, 4 вернулся. Один говорит, я это вообще, я механик, давайте помогу. Я ему дал ножик, он остатки старой прокладки с головкой счищал. Говорит, дома проблемы, батя пьяный. Давай что помогу. Да, пузырями, слушай. Замки чем? Какими пузырями? Вот, смотри. Что, за горячее схватил? Да было вот такое, а стало вот, вот такое. Я же говорю, пузырями. Ну, керосин, он эту фигню растворяет, видимо. Впитывается она и разбухла. Да не надо, я... У меня есть мысль, что лучше это, знаешь, которая... Какая-нибудь, типа там, литола, вот такие смазки, они лучше для людей. Она просто темнеет. То есть, сейчас поднялся, да, она потемнела и такая вся стала. В общем, нет. А все, попшикали, да? Я сейчас просто, знаешь, что маслом моторным полью, чтобы она во все эти попала. Погоди, а сверху не попшикали сейчас? Нет. А давай, уже. А тут, да, она и так хорошо. Так, одной шайбочки не хватает. Кого не хватает? Одной шайбочки. Такой. А помнишь, как раз там шайбу брёв? Вечно. Сходи, глянь, вдаль. Я все поставил, не надо. Все поставил. Все поставил. Я не знаю, как лучше. Там просто, видно, более тонкий. Вот, образец. Найдешь такую? Ну, если она у них есть, найду. Ищите, пока, я не знаю. Две не поставили же, куда-то. Видишь? Андрюх, да. Обточи. Сейчас грызу. Нет, видим с вами чудесной этой машинкой. Вибратор. На какую розетку работает? У него Москва подход. Москва подход, Москва отход. Москва приход. Ура, заработало. Пошли. Так. Все будет.